Небо, листва вновь кружит. Теплых деньков маловато осталось, а лицейский двор сегодня не грустит. Казалось бы, одно и то же, который раз, который год, но каждый раз всегда приходит сентябрьского звонка черед. И этот день, и эта встреча всех кладов на земле ценней, ведь каждый школьный миг отмечен неповторимостью своей. Дорогие ребята, родители, уважаемые гости и учителя, сегодня в нашей стране тысячи учеников пришли в школу на праздник первого звонка. На пороге осени встретили мы этот особый праздник, День знаний. И мы поздравляем всех, тех, кто пришел сюда сегодня впервые, и тех, кто прожил несколько интересных и полезных лет в нашем лицее. Все собрались солнышком согреты, только первоклашек что-то нет. Так тянется к теплу, добру и свету, души ребенка трепетный росток. Средь непогод житейских, путь к расцвету и труден, и тревожен, и далек. Но сердце юное не знает зла и скуки, и тонет мир в распахнутых руках.
И детские доверчивые руки сжимает наш учитель бережно в руках. Встречайте наших первоклассников. Первый А-класс. Маликова Данута Андреевна. Классный руководитель Охмуш Альбина Васильевна. Приходят в лицей малыши, они еще так мало знают. Частицу им своей души учитель каждый оставляет. Сердце радостнее бьется, если гордо, взмыв в зенит, флаг России бьется. Наш лицей – чудеса и традиции. И по традиции вас приветствует директор лицея Филягин Александр Александрович. Добрый день, дорогие ребята, уважаемые родители, педагоги. Я всех вас приветствую с этим светлым, добрым праздником. В жизни каждого человека всегда на первом плане в памяти остаются эти нежные минуты. Минуты первого звонка, минуты последнего звонка, вся школьная жизнь. Я уверен, что светлые мгновения, которые вы проживете и в этом году в нашем учреждении, обязательно останутся в вашей памяти. Я очень рад за наших первоклассников, для которых сегодня прозвучал первый звонок. Я уверен, что они с гордостью принесут звание будущего лицеиста. Почему будущего? Потому что вы все знаете, что у нас посвящение происходит несколько позже. И, конечно же, покажут достойные результаты. Я очень рад и горжусь нашими 11-ми, 10-ми, 9-ми классами, которые достойно показали свои знания и свои умения. Я очень горжусь вами, уважаемые родители, которые являются всесторонними помощниками нашему учреждению. Я поздравляю вас с этим праздником, желаю крепкого здоровья, понимания и, конечно же, чтобы все наши мечты осуществились. С праздником вас!
ребята, начинается новый учебный год. Сколько ждет вас интересных открытий впереди, встреч с интересными людьми. Громче. Оставайтесь, куклы
хорошо учиться. Книжки мне сегодня снились, строем шли, в портфель ложились, карандаши в тетрадке написали, все в порядке. Мы чисты, опрятны, новы, для учебы мы готовы. Сидеть учиться. И зачем вам это нужно?
Пойдемте лучше с нами на поле чудес. Зачем вам книжки? Зачем тетрадки? Зачем учиться? Зачем страдать? Пойдемте с нами, зароем мани и будем урожай ждать. Ребята, у кого есть деньги, давайте их нам с котом, мы их зароем на поле чудес и... И соберем урожай. В сборе урожая можете нам и не помогать. Кто людям помогает, мечтать нельзя. Хорошими делами прославиться нельзя. Ну, и что вы думаете? Никто вам ничего не подаст. Нашли дураков. Извините, что вы здесь делаете? Ищем поле чудес. В стране дураков. Ха, что же вы думаете? Эти чудненькие, озорные детишки, дураки, что ли? Мадам Шипокряк. Не Шипокряк, а Шипокляк. Ну, неважно. Ну и зачем надо было об этом говорить вслух? Да вдруг эти чудненькие детишки расхотят учиться и будут, как мы, бродяжничать и попрошайничать. Вообще-то я пришла сюда с другой целью. Детишки мне самой нужны. Вон в школе нет ни одного разбитого стекла. Все рамы как новенькие. Их надо... разбить! Правильно! Это мы умеем. А из рогатки вы стрелять умеете? И еще как! Особенно он, кот наш слепой. Сейчас я всех перестреляю. Нет, нет, нет. Это еще не совсем испорченные детишки. Я их для начала в свой отряд хулиганов зачислю. Стоп, 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 дорогие гости. Наши ребята не хулиганы и не озорники. А в школу они пришли за знаниями. Посмотрите, сколько сегодня поздравлений и сюрпризов. Ставьте ушки на макушку. Для вас будут говорить корифеи всех лицейских наук. Мастера контроля и сочинений. Профессоры по сдаче зачетов и экзаменов. Самые старшие выпускники. Ученики, будущие выпускники лицея. Встречайте наших выпускников. Сегодня они дадут наказ первоклассникам. Ласков будь всегда и весел. Больше пой хороших песен. Содержи всегда в порядке книги, прописи, тетрадки. Лицей вас научит множеству премудростей. Решать задачи, правильно писать. Научит не бояться трудностей и книги умные читать. Вот он твой желанный час. Ты зачислен в первый класс. Всем о лицее расскажи. Честь и лице, дорожи! Ты что хотел? Мы очень верим, все у вас получится. Так в добрый час, счастливого пути! Белый, ты же если это тут на эту самую, на лестницу. А чтобы лица ваши сияли и по маме вы не скучали, вам 11 класс вручит подарочки сейчас. Мы приглашаем классных руководителей, наших первоклассников. Вот это подарки! Да, хорошо быть учеником. А может быть, нам все бросить
Да тоже пойти в этот лицей учиться. Ребята, что скажете, примем наших сказочных друзей в лицей? Да! А еще громче? Да! Все, бегу покупать форму, а то в моих лохмотьях просто неприлично учиться здесь. А я себе куплю самый красивый портфель. Пусть все девчонки-первоклашки мне завидуют. А я возьму с собой своих старых друзей, Гену и Чебурашку. И мы тоже будем здесь учиться. До встречи за партой! Дорогие друзья, сегодня мы не только встречаем новых учеников в нашем лицее, но и вспоминаем прошедший учебный год. Он был полон различными мероприятиями, конкурсами, встречами, соревнованиями. Пришло время подвести итог и узнать, какой класс был самым активным по итогам лицейского рейтинга. И вновь слово предоставляется директору лицея. Дорогие ребята, уважаемые родители, вот и пришел тот миг, когда мы подводим итоги нашего нового конкурса, который, я уверен, приживется в нашем лицее и станет одним из тех мероприятий, которые проводятся ежегодно. И сейчас я приглашаю сюда для вручения грамоты Чернецкую Оксану Ивановну, класс которой занял третье место в лицейском конкурсе «Самый классный класс» по итогам 2012-2013 учебного года. Я приглашаю Ульяну Елену Леонидовну, чей класс занял второе место в лицейском конкурсе. Я приглашаю отставного Викторию Викторовну, классного руководителя бывшего 7-го Б, а теперь 8-го Б класса. Основной школы занял нынешний 6-й В класс. Классный руководитель Ольга Александровна. Прошу Ольгу Александровну и представителя класса подойти. И также приглашаю победителей по начальной школе, классного руководителя и представителя от класса, теперь уже 2-го Г класса. Классный руководитель Савина Светлана Владимировна. Что количество и качество мероприятий, которые будут проходить в этом учебном году, будет еще выше. И, конечно же, уже по итогам следующего года, этого учебного года, мы с вами узнаем, кто самый классный класс, кто самый классный руководитель. Thank you.
Снова листья рыжие летают в голубых квадратах школьных рам. Первоклашки вновь букварь листают, некогда стареть учителям. Этот день – праздник не только для учеников и родителей. Он является стартом для наших учителей. Поздравляем, дорогие наши учителя, с началом учебного года. Пожелаем море вам терпения, ведь теперь день с вами ото дня, будем мы у вас на попечении. Сегодня день у нас особый, много ли таких на свете дней? Словно золото высокой самой пробы, щедрые сердца учителей. Скажем мы сегодня им немало искренних, душевных, теплых слов, чтобы жить им радостнее стало веру своих учеников. Дорогие учителя, примите от нас эти цветы. Учебного года. Ученику 11 класса Бескровному Ивану и первокласснице Стародубовой Анастасии. Thank you.
По традиции наши 11-классники проводят первоклассников. Это ты был в том здании. Но в этой стране живут не такие люди, как мы с
вами, а живут буквы, которые собираются в слоги в слова в предложения, и встречаются сказочные герои, и волк с красной шапочкой, и колобок с лисой. Поднимите руку, кто из вас хочет попасть в эту страну? Я. Я сильнее всех хочу. Хорошо. Но, чтобы попасть в эту страну, нужно нам с вами пройти кое-какие испытания. Ну, какие? Согласны вы пройти испытания? Да. Хорошо, молодцы. Тогда давайте поступим так. Вот я тебя попрошу, тебя как зовут? Алис. Иди сюда. Вот любой листочек на доске выбери. Вот этот выбираешь. Хорошо. Посмотри, что там написано с обратной стороны на этом листочке. Цифра 2. Цифра 2. Хорошо. Это значит, что у нас будет испытание номер 2, которое я для вас приготовила. Что же это за испытание? Называется оно «Смекалка». О, я знаю, что смекалка. Это надо думать, да. Правда? Конечно, надо думать. Ну-ка, давайте с вами я сейчас сделаем. Конечно. Кто любит по веткам носиться? Конечно, рыжая. Чаще голову задрав, воин с голоду. Жираф! Кто сказал жираф? Волк! Волк! Воин кто у нас? Волк! Конечно, слушайте внимательно. Кто в малине знает, тот косолапый. Под луною песни петь сел на веточку. Медведь на веточку сел. Красиво, красиво. А кто ж поет красиво у нас? Соловей. Молодец, правильно. Соловей, конечно. А еще внимательнее. На заборе поутру любит кукарека. Правильно отгадали. С этим заданием вы справились с испытанием. Цифры? 3. Хорошо, значит, испытание у нас номер 3. А можно потом я пойду? Нет, я. Это испытание будет, наверное, самым трудным для вас. Потому что мы сейчас с вами поиграем в игру, которая называется «Все наоборот». Я буду говорить, что надо делать, а вы должны сделать наоборот. Если я говорю, поднимите руки вверх. Не поднимаете. Молодцы, значит, вы не поднимаете руки. Совсем. Понятно? Да. Или вниз, да? Если я говорю, опустите вниз, вы что делаете? Вверх. Молодцы. Ну что ж, будьте внимательны. Поднимите руки вверх. Поднимите руки вниз. Встаньте все. Ой, какие молодцы, внимательные какие. Посмотрите на соседа. Не смотрите на соседа. Не улыбайтесь соседу. Какие молодцы. А я смотрю, у вас появились улыбки на лицах. А я сейчас попробую отгадать, почему вы улыбались. Смешно было. Весело было. Так, хорошо. Вот если вы со мной согласны, хлопните один раз в ладоши. Приготовьте свои ладошки. Вы, наверное, улыбались, потому что вам было весело. Да. А такое было условие. Надо хлопнуть. Молча один раз, ладно, и все.
Так, вы, наверное, улыбались, потому что сегодня праздник. Да! И кричать надо, хлопнуть в ладоши. Молодцы. Я потому что, пришел в эту... Наверное, потому что сегодня вы пришли первый раз в школу. Наверное, потому что вы встретились сегодня со своей учительницей. Наверное, потому что вы все сегодня такие нарядные. И пришли первый раз в первый класс. Молодцы, хорошо. Ну что же, давайте дальше с вами проверим. Саш, ну где ты теперь? Будем отгадывать загадку. Будьте внимательны. Стоит дом. Кто в него войдет, тот ум приобретет. Школа! Молодцы. Пусть сейчас загадаю такую загадку, ни за что не отгадаю. Новый дом несу в руке. Двери дома на замке. Тут жильцы и бумажные, все ужасно важные. Рюкзак! Тетрадь! Кто сказал рюкзак? Молодец, правильно, рюкзак. А теперь еще другие загадки. Если ты его отточишь, нарисуешь все, что хочешь. В этой узенькой коробке ты найдешь карандаши, ручки, перья, скрепки. Чипсы про запас. Это кто это чипсы собрался?
машинки. Щенка. Испытание вы тоже прошли. Можно я? Не расстраивайтесь, у вас еще вся школьная жизнь впереди. Четыре, хорошо? Нет, четыре у нас еще не было. Ой-ой-ой. Четыре? Четыре. Это называется у нас станция почта. Нам в лице пришли поздравительные телеграммы для вас, первоклассников. А вот от кого они, я не знаю. Может быть, вы мне поможете догадаться? Да! Хорошо. Тогда я буду вам зачитывать телеграмму, а вы дружно отвечаете, кто же это прислал, эту телеграмму вам. Я желаю от души вам здоровья, малыши, чтоб прививок не боялись, ежедневно закалялись. Да, слушайте. Чтоб не мучил вас бронхит, добрый доктор Алтарит. Молодцы, правильно отгадали, наверное. Я желаю вам в подарок получить огромный торт, шоколадное печенье, мармеладное варенье, становиться толще, выше. Желаю ответ на крыше. Коза! Кто это нам прислал? Наверное, конечно, это он прислал нам телеграмму. У меня есть тоже. Желать лишь пятерки получать, книжки добрые любить, с математикой дружить. Учительница! От лица Пьеро Мальвины ваш дружище Буратино! Это Буратино. А вот какая странная телеграмма, я вот даже не знаю, читать вам ее или нет. Вам учебный год только гадости несет. Получайте только двойки. Очень редко можно тройки. Бейте в окна и витрины. Не ходите в магазины. Проводите много драк. Привет, старуха! А мы с вами будем слушаться, старушка? Как она нам написала, правда? Да! Конечно, зачем ты? Ну что ж, мы отгадали все герои, кто прислал нам. А сколько кто запомнил? Сколько было испытаний? Три. Четыре. Нет ничего. Раз.
в этой волшебной стране. А начиная с завтрашнего дня мы с вами продолжим путешествие по этой очень интересной стране. А сейчас я вам покажу, что же нам с вами сегодня подарили здесь. Вы хотите узнать? Да! Конечно же, какой праздник без подарков? Давайте мы с вами откроем сейчас и посмотрим, что же нам там подарили. Очень даже интересно. Очень интересно. Я вам всем покажу, что там нам подарили. Всем покажу. Вот еще целое испытание такое. А здесь у вас подарки. На память вам будут блокноты и ручки. Садитесь на места, я вам всем раздам. Сейчас я до всех дойду. Подожди. Давай, смотри, тут всем одинаковые. Вам ручки дали? Thank you.
Олеся. Дай, Саша, что-то. Не надо, не надо.